Ребята, всем привет! Итак, рисуем Тойи Фокси. Намечаю носик. Вот такой нос. Раз. Значит, тут будет мордочка. Вот такая, прорисовываю ее. Два. Так, значит, здесь будет один глаз. Тут намечаю второй глаз. Ну, тут за место глаза повязка, да, то есть здесь поэтому рисую повязку. А здесь будет повязка. Так, а тут глаз намечаю. Раз. Вот так вот. Сразу прорисовываю его. Раз. Два. Вот так вот. Так, значит, это той Фокси, да, у него щечки. Здесь рисую одну щечку, тут рисую вторую. Так, здесь рисую зубы. Так, прорисовал зубы. Тут получается нижняя челюсть. Тоже прорисовываю ее. Тоже зубы. Так, ну ее закрашиваю теперь. Закрашиваю черным. Вот так. Раз. Вот так прорисовываю низ. Так. Теперь здесь намечаю расстояние для головы. В одну сторону, в другую сторону. Рисую раз, два. Тоже аналогично с этой стороны. Рисую раз, два. Вот так вот. Теперь прорисовываю верх головы. Вот так, раз. Два. Тут сверху прическа. Вот так вот. Значит, здесь повязка. В эту сторону и в эту. Так. Тут намечаю уши. Одно ухо. Внутренняя часть уха. Так, сразу намечаю второе ухо. В эту сторону, сюда. И тоже внутренняя часть. Так, ну вот такой получается Фокси, да, то есть персонаж. Теперь здесь намечаю шею. Тут будет туловище. Туловище, значит. Так, здесь у него прорисовываю туловище в эту сторону немного. Значит, здесь у него животик, да, такой большой. То есть прорисовываю животик. Вот так вот раз. Вот так туловище два. Уменьшаем немного. Так, теперь прорисовываем нижнюю часть. Таз. В эту сторону немного. Вот так вот. В эту сторону. Раз, два. Рисую одну ногу вниз. Рисую другую ногу тоже вниз. Так. И вот это как бы рваные штаны, да, то есть здесь такие неровности. Тоже прорисовываю вот так вот. Так, ну и здесь виднеется скелет. Здесь как бы колени рисую скелета. Так, ну и сам скелет прорисовываю. Вот таким образом, раз. Такие выделяющиеся части. Два. Три.
Вот так, 4, 5, вот так. И аналогично с этой стороны тоже 1, 2, 3, 4, ну и 5. Так, вот такие получаются ноги, да, здесь получается нога, значит, скелет, ну, здесь будет скелет, да, то есть здесь прорисовываем примерно вот так вот стопу. Один палец, другой палец, ну и третий палец. Тоже вот так вот раз. Два. Три. Вот такой вот скелет, в общем. Так. В общем, так получается. Теперь надо нарисовать руки, да? То есть здесь я намечаю одну руку. Сразу рисую вниз. Вот так вот. Раз. Два. Прорисовываю. Ну и здесь будет кисть. Здесь будет кисть. Вот так вот. Раз, два, три. Так, а с этой стороны крюк. Поэтому здесь рисую руку с крюком. Тоже рисую вниз. Сюда. И здесь крюк такой. Оп. Вот так вот. Вот так уменьшаем. Значит, получается такой фокси. Теперь раскрашиваем.